честь освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в экспозиции Музея войны «Территория мира» открылась выставка под названием «Июль 1944 год. Ясное небо над Брестом». И это не случайно, это еще одно напоминание, что 28 июля 1944 года части Красной Армии освободили город Брест от немецко-фашистских захватчиков. 80 лет назад закончился период оккупации нашего города, который продолжался более 3 лет. Люди склоняют головы в память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину, чтят всех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах и подполье тех, кто трудился в тылу, приближая этот день. Для нас каждая дата имеет особый смысл, и поэтому каждой дате нашей истории, и государственной, и мемориальной, и городской, безусловно, мы обязательно учитываем это в своей работе. И, безусловно, еще заранее мы говорили о том, что обязательно 80-летию освобождения Республики Беларусь, нашего города Бреста, Брестской области, мы должны сделать выставку. Уникальность ее в том, что параллельно с ней шла работа, и в перспективе будет открыта выставка в июле в Москве, тоже связанная с освобождением Беларуси. Поэтому нужно было равномерно учитывать наличие экспонатов, которые рассказывают об освобождении, чтобы и Москва в этот день, в июльские дни этого года, и Брест как бы параллельно отметили это знаковое событие. На выставке представлены те предметы, которым солдаты войны прикасались своими руками, своим сердцем, своей душой. Это их личные вещи, документы, фотографии, где в каждом кадре запечатлена их жизнь, мирная, довоенная, послевоенная. И так трогательно смотреть на эти предметы, сегодня уже предметы истории. Именно в такие минуты понимаешь, что то время выбрало их. И они выстояли, выдержали, несмотря ни на что. То, что мы видим сейчас, это уникально в плане того, что это все-таки июль 44-го года. Вот сейчас мы имеем возможность увидеть те фотографии, которые я их никогда не видела. Это то, что были сделаны эти зарисовки были сделаны во время 44-го года июля, именно человеком, который был непосредственно рядом, именно о Бресте. Но это уникально, это первый раз. Хотя сколько раз мы в экспозиции, сколько по телевидению смотрели, но карандашные зарисовки – это просто чудо. Глядя на эти фотографии и вещи, мы, люди сегодняшнего времени, возвращаемся в историю тех военных лет. Мы видим, что такое настоящий героизм и истинный патриотизм, что такое мужество и любовь к своей земле.